зрителю дирекция, руководство вынуждено говорить о том, что пересядьте, пожалуйста, это же место загорожено, а зритель отвечает: от ваших правил уже тошнит. Конец цитаты. Ну, понятно, понятно, но правила, не мы их придумали, люди, наверное, не глупые, они для чего-то существуют, точнее, понятно для чего. Ладно, а то ляпну что-нибудь еще. Третий концерт отработал, уже сел в машину, проехал 90 с чем-то километров. В Ломоносове, в цирк Шапито приехал, сейчас буду разгружаться, готовиться. Я открываю второе отделение минут через 40, то есть у меня 40 минут есть в запасе относительно спокойно подготовиться, в себя прийти, в человека превратиться. Смотрите, на что я похож. Вот это я после того представления от фокусов, покусов, шмокусов такой. Ладно, все, побежал. Слава богу, успел, отработал, сейчас поклон, скоро. Красивый какой. Красивый. Сфоткаться можно секундой мимоходом? Нифига не вижу, но... Сейчас еще раз. Сосиски, блин. Это вроде как. Прикрыл свою прическу кепкой. Грим не стер. Бегом-бегом за руль, потому что нужно... К завтрашнему дню готовится. Завтра в Всеволожск. Два выступления. Оба во Всеволожске. Праздники. И не надо же еще успеть отдохнуть, восстановиться, в человека превратиться. Ну здорово, знаете, классно, когда всюду успел, все сделал, все счастливы, зрители довольны. Ты тоже сам получил удовольствие. Кайфушечку, знаете, как классно получать от своей работы. Ой, это же счастье, невероятное счастье.